Сегодня я приготовлю абрикосовый мусс. Нам понадобится 300 грамм спелых абрикосов, 200 грамм сливок, 10 грамм желатин быстрорастворимый, 100 грамм эритрита, 100 грамм воды для замачивания желатина. Начнем с того, что замочим желатин. Здесь у нас набухший желатин. Я добавлю сюда же и эритрит и поставлю в микроволновку разогреть, не доводя до кипения, на 10 секунд. Посмотрите, если не растворилось, добавьте еще 10 секунд. Погружным миксером хорошо измельчим абрикосы. 200 грамм сливок взбиваем миксером. Итак, сливки взбиты. Добавляем сюда наше абрикосовое пюре. Хорошенечко перемешиваем силиконовой лопаточкой. Сюда же добавляем расплавленный эритрит и желатин. Хорошо все перемешиваем и разливаем по формочкам. Помещаем в холодильник до полного застывания. Через 2 часа можно подавать, угощать родных и близких. Готовьте с удовольствием. Не забудьте оставлять свои реакции, комментарии. До новых встреч, до новых рецептов. Пока-пока!